Одесситы собрались для традиционного вечи в честь Дня достоинства и свободы у памятника Дюку. Активисты Евромайдана растянули гигантский украинский флаг. Я хочу этим показать, что наша страна не сдается, и что мой народ не сдается и продолжает бороться с теми, кто пытается уничтожить мою страну. Это все ребята, которых вот мы на протяжении года ходили и навещали с моими подругами. И вот они у нас подписывались, даже киборги были. Со сцены транслировались фото и видео исторических и революционных моментов. Евромайдановцы уверены, за эти два года украинцы изменились. Стали более свободные, более прогрессивные и быстрее всего стали более объективные. Потому что война, которая сейчас идет, внесла очень большие коррективы. Самый большой и кровавый в истории Украины Майдан стал реакцией граждан на решение правительства 21 ноября 2013 года приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. Каждый человек должен сам за собой следить. Если он видит коррупционную схему, можно сказать, он должен сообщить об этом. Нужно сейчас начинать с самого себя. В память о погибших на Аллее Небесной Сотни зажгли более 1000 свечей. Ольга Кити, Ксения Терзе, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.